Приветствую всех, дорогие друзья! Сегодняшний день погодка нас не порадовала. Дождик почти не прекращался. Но разве может какой-то дождик испортить наш боевой настрой? Конечно, нет. А боевой настрой был не только в переносном смысле. Сегодня к нам в гости приехала Юлия Владимировна Вепринцева, заместитель председателя правительства Тульской области, министр молодежной политики Тульской области, а также первый заместитель главы администрации Заокского района Лариса Сергеевна Акимова. Торжественную встречу гостей готовили наши юноармейцы. Мы собрались в клубе и после приветствия уже на футбольном поле. Для нас были проведены показательные выступления военно-десантных войск. Скажем, что зрелище было потрясающее. Нам продемонстрировали мастерство владения оружием и рукопашным боем. И от всего увиденного аж дух захватывало. Голубые береты всегда на защите нашего государства. Несмотря на то, что это один из самых молодых родов войск, они являются элитой российской армии. Сегодня начали работу кружки прикладного искусства. Выжигание по дереву, никография, мир бумаги. А также любителям шашек предоставилась возможность сразиться в этой игре. Вечером кинопоказ по отрядам. А в Кинарике прошел просмотр фильма «Время первых». Вот такой сегодня денек сегодня выдался. До новых встреч. Пока-пока.